Впервые поисковые движения Якутии отправятся на раскопки в места боевых действий. Молодые ребята, школьники и студенты проведут около 2 недель в полевых условиях разных городов России. Активисты прошли отбор, после чего закончили обучение в республиканской школе поисковика. За каждым отрядом будет наблюдать спасатель, чтобы обеспечить безопасность от взрывоопасных трофеев. Экспедициям предстоит поиск незахороненных бойцов и безымянных могил. Для Якутии это важное событие, так как раскоп смогут открыть новые места сражений, где принимали участие якутяне. Чуть-чуть страшно, но с нами будут руководители, они будут нас поддерживать, помогать нам. Также со мной едет 4 девочки, так что, думаю, справимся. У нас учили ставить палатки, нас учили потом, как обращаться с боевыми припасами, потом много чего рассказывали, показывали также.